пора в постель, но спать нам неохота. Как хорошо читать по вечерам. Мы в первый раз открыли Дон Кихота. Блуждаем по долинам и горам. Нас ветер обдает испанской пылью. Мы слышим, как со скрипом в вышине ворочаются мельничные крылья над рыцарем, сидящим на коне. Что будет дальше, знаем по картинке. Крылом дырявым мельница махнет и будет сбит в неравном поединке в нее копье вонзивший Дон Кихот. Но вот опять он скачет по дороге. Кого он встретит? С кем затеет бой? Последний рыцарь, тощий, длинноногий, в наш первый путь ведет нас за собой. И с этого торжественного мига навек мы покидаем отчий дом. Ведут беседу двое, я и книга, и целый мир, неведомый кругом.